Всем привет! Сегодня у меня на обзоре интересный нож от компании Steel Club. Маленький, небольшой тантоид. Пришел он в таких ножнах пластиковых. И имеется пластиковый подвес под широкий ремень. Ну, ножны как ножны, ничего особенного. Посмотрим на сам нож. На этого красавца. Вот он, какой формы интересной. Рукоять у него черно-синяя микарта. Имеется темлячное отверстие. Выемка под палец. Насечка подпальцевая. Нож лежит довольно-таки удобно. Форма довольно-таки интересна. Лично для меня танта у меня еще не было. Сталь стоит D2. Ну, заявлена твердость где-то 59-60 единиц. Толщина ножа 4 мм. Длина лезвия 8,6 мм. Общая длина 16,8. Довольно-таки небольшой ножичек. Холодным оружием уже не является. Так, вес у него с ножнами 183 грамма, без ножен 130 грамм. Но это полегче будет, чем нож Бёкер. Ножик этот я тоже переточил. Посмотрим, как он режет бумажку. Режет отлично. Также проведем для него сейчас тесты по резу картошки, морковки и деревяшки. Ну что, в походных условиях нам нужно почистить картошку. Попробуем. Чистить довольно-таки удобно. В руке лежит. Чистим, чистим. Картошка уже не свежая, можно снимать чуть побольше шкурку. Так. Кончиком удобно выковыривать лоски. Так. Попробуем порезать. Ну что, картошку режет, немножко подламывает. Ну, блин. Отлично. Картошка, и он справляется на отлично. Это по-моему. Может, кому-то не понравится. Конечно, с кухонным ножом не сравнить. Но чаще мне приходится готовить на природе, чем дома. Потому что у меня есть жена, и готовит дома жена. Морковка. Вот морковка немножко проблема. Лезвие немножко толстовато. Но, как говорится, был бы нож, а что порезать найдем. Ну, с такими твердыми продуктами справляется вот так, на твердую четверочку. И теперь попробуем рез деревяшечки. Это моя березовая палка. Режет вполне. Ну, этот ножик можно порекомендовать как EDC для повседневного ношения. Ну, можно его брать также и в поход, и на рыбалку, куда угодно. Нож красавчик. Всем пока-пока!